18 месяцев без еды, зарплаты на якоре в море. 9 моряков, 7 из которых жители нашего региона, больше года не могут вернуться домой. По словам экипажа, владельцы судна «Нью Орион» забыли о них. Моряки провели на борту 18 месяцев без замены, с постоянными задержками поставок продуктов и топлива. За помощью обращались неоднократно, однако ответ суши так и не пришел. Ни по одному из письменному запросу экипажа со стороны представителей компании нет никакого вразумительного ответа, а тем более действий. Все, что от них слышно, это многомесячное обещание и слова о том, что обращаться кому бы то ни было за помощью бесполезно. Судно находится у берегов Китая. Одесский профсоюз моряков заявляет, что постоянно предупреждают мореплавателя о недобросовестных судовладельцах, но люди продолжают подписывать сомнительные контракты.